Лабинский аграрный техникум посетили садоводы Краснодарского края. Они приехали на ознакомительный семинар по материально-техническому оснащению техникума. Посмотрели яблоневый сад, заложенный на площади 3 гектаров в 2019 году по современным технологиям. Побывали в теплицах, птицефабрике, в ресурсном центре по животноводству. Среди почетных гостей Николай Щербаков, генеральный директор Союза садоводы Кубани, и Евгений Крицкий, начальник отдела садоводства Министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Они остались под большим впечатлением. В 2018 году попал первый раз в этот техникум, познакомился с Николаем Александровичем Гречаным, директором. Узнал, что он оканчивал тот же факультет, что и я, плотфак, да. И что он садовод, в том числе. Он показал базу тогда еще этого техникума. Я был впечатлен увиденным. И мы с ним разговаривали, что, в принципе, реально здесь заложить сад суперинтенсивный, по последнему, скажем так, веянию времени сад, решили, что это можно начать с 3 гектар. Вот. И начинать заниматься садоводами. Он говорит, что есть возможность сюда было привести технику для садоводства. Что, в принципе, мы сегодня увидели. Он это все сделал, получается, за 3 года. Вот. Конкретный, качественный в этом плане рывок. Вот. И сад есть, и техника есть, и база есть, и улучшена база подготовки механиков и так далее. То, что мы увидели, это мы, конечно, сейчас впечатлились. Это прекрасная база учебная, на которой можно готовить хороших специалистов. Мы постараемся наладить взаимодействие между садоводами и этим техникумом, для чего мы здесь сегодня и находимся. Впечатления очень положительные. Просто очень сильная профессиональная база создана по многим направлениям, в том числе и по садоводству. Посажен сад интенсивного типа, 3 гектара, он в прекрасном состоянии, ухоженный. И это как раз-таки база для того, чтобы в дальнейшем выпускать квалифицированных специалистов, которые придут работать в сады. Визит садовода в Кубани – значимое событие для Лабинского аграрного техникума, отметил Николай Гречанный. Одно из первых таких мероприятий, когда к нам приезжают работодатели. И приезжают именно работодатели, конкретно садоводы со всего края. И у них сегодня стоит проблема, как и у всех сельхозников, проблема подготовки кадров, потому что происходит замена, уже стареющих на молодежь. И они все сегодня в поиске. И видя то, что мы сегодня довольно серьезно развили материально-техническую базу, они приехали познакомиться с нашей материально-технической базой, увидеть наших студентов и выстроить отношения, какие могут у нас сложиться по обеспечению их хозяйств кадрами для садоводства. Поэтому у них это все вызвало огромный интерес. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет дальше выстроено, и мы сможем, каким-то образом помочь решить проблему кадровую для садоводства Кубани. Взаимодействие агробизнеса с СУЗами и ВУЗами обеспечит сельскохозяйственную отрасль Кубани молодыми, высококвалифицированными кадрами. Именно таких специалистов выпускает наш Лабинский аграрный техникум. Лилит Саакян, Дмитрий Лысенко, Лабмедиа.